Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла, Фьюзен Канал. Добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. Скоро уже я буду отмечать юбилей 3 декабря 2019 года. Это будет для меня настоящий праздник. Я буду так или иначе его как-то отмечать. Наверное, специальное видео по этому поводу. Так сказать, с итогами, с мыслями, идеями по этому поводу. Обязательно что-то такое будет. Ну, в принципе, еще до этого времени далеко. А кето – это такая штука, которая, ну, она вот каждый день должна происходить. Это не то, что можно отложить на завтра, сегодня вот как-то так, а потом вот взять себя в руки. Нет, кето – это, если ты в это уже входишь, это должно быть процессом, и, собственно, это образ жизни. И сейчас я уже по прошествии почти 3 лет могу констатировать, что это реально стало моим образом жизни. Это уже факт, как говорится, данный мне в ощущениях. Что сегодня у меня на обеде? Это продолжение тактического салата. Здесь сегодня у меня все посчитано, включая этот салат. То есть даже белокочанная капуста посчитана. И, кстати говоря, про капусту обещаю отдельное видео. Это та тема, которая периодически всплывает, и я чувствую, вижу очень много непонимания в этом вопросе. Но хотя, честно сказать, я думаю, что мои объяснения мало, я вижу это, что мало помогает, но все-таки, раз такая тема возникает, надо, короче, по этому поводу обязательно высказаться. Я имею в виду просто конкретно вот про такой продукт, как капуста. Ну и в целом получается как бы вообще зелень, овощи, вообще углеводы, короче. Поэтому, если что, поглядывайте на мой канал. Если вы не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, чтобы сразу уведомления по этому поводу получать. В общем, короче, здесь 255 грамм капустного этого тактического салата. То есть это просто тактически, это значит просто, что я готовлю салат этот впрок, а не только что прям его нарезала. Очень удобно все это на кето, когда это... Вот я сегодня, в принципе, ничего не готовила, я просто все это сложила на тарелочку. Все это было приготовлено заранее. Вкусняшка это у меня будет 40 грамм ровно соленого сала. Даже, вот, кстати, отмечу, что я шкурку, например, обрезаю, чтобы вот эти вот какие-то лишние белки вот просто в это волшебное сало не попали. Ну, если что, если я их не обрезаю, то я их в любом случае, ну, не всегда ем. Почти никогда не ем, ну, особенно если они жесткие, конечно. Если они жесткие, я их вообще не ем. Ну, в общем... И сегодня я приготовила, вернее, я приготовила это еще не сегодня, а вчера вечером. То есть я вчера вечером поужинала. После этого я пошла готовить. И то, что я вчера приготовила, то есть вот это вот самое, я это все положила в холодильник. Вот сам по себе вот этот факт для меня это уже настоящее чудо. Потому что ни при каких обстоятельствах до моего кето-питания такое сделать было нереально, чтобы я что-то готовила и отложила это на потом. Но это немыслимо, тем более, если это такая вкусняшка, как здесь. А что конкретно? Это у меня рыба. Рыба – это самая вкусная для меня на данный момент рыба. Рыба – это речная, это налим. Здесь, так, ну надо подумать, 700 грамм разделить на 3. Было 3 куска, короче, вот, и значит 700 грамм надо разделить на 3. Короче, в районе 200 с чем-то грамм здесь этой самой речной рыбы. Налим тоже он не очень даже жирный, но он высокобелковый, классный и просто вкусный. Там косточек практически нету, короче, ты этот хлеб... Короче, он практически как минтай. Ну, я имею в виду, что там косточки, хребет и все такое. Я просто положила этот кусок налима, вот этот, где-то в районе 200 грамм, завернула в фольгу, столовую ложку туда обычного растительного масла положила. Ну, просто потому что можно было бы и сливочное, и там какое-то любое другое, какое у вас есть масло положить. Но так получилось, что я положила маслице. И чуть-чуть туда, там буквально символическое количество лука. Лук, кстати, тоже можно не вообще в такое не класть. Принципиально от этого ничего не изменится. Соль и специи, все.
И в духовочке в буквальном смысле на 20-25 минут на 180 градусов, короче. Сегодня я вчера, вернее, я это готовила, то есть не в мультиварке, как обычно, в принципе. Можно было бы это все и в мультиварке сделать. Было приготовлено в духовке. Это, собственно, не принципиально. Ничего не наливала, ни воды не добавляла, просто... Если бы воды добавила, было бы уж совсем-совсем оно как вареное. А так оно все-таки как бы такое тушеное-запеченное получилось. Чтобы оно прям сильно жареное, тоже не хотелось. Хотя налим самый вкусный именно когда он жареный. Это просто вообще космос. Ой, короче, я есть хочу уже. На десерт здесь 30 граммов грецких орехов. Обожаю, кстати, грецкие орехи. Да, вообще все обожаю, да. Ну и еще 2 кубика шоколада 97,7 фирмы Озера. В общем, короче... Короче, кето рулит, магия вечна. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах. Заходите на мой телеграм-канал одноименный с этим каналом «Жизнь в кето, бла-бла фьюзинг». Ну и также на мой мистик-магический канал, который на ютубах, на ютубушке, как говорится. Ну, в общем, короче, вот так. Всем привет, пока-пока.